Но у группы было название. Вот, вот, вот в чем прикол. Ее называли «Серебро». Костя предлагал название «Серебро», которое у Фадеева лет через 7 появилось. Я помню прекрасно этот момент, когда Дима сказал, что группа будет называться «Виагра». Костя с Димой, они все-таки приняли решение, что «Виагра» это будет более удачный вариант.